Посмотрим, что у нас тут. Здравствуйте, меня зовут Шарлотта Гарднер. Я представляю корпорацию Блюм. Как вы знаете, после того, как наша компания ввела в строй CTOS, уровень преступности в Чикаго резко снизился. В прошлом году Эйден Пирс организовал атаку на CTOS, но не смог преодолеть нашу защиту. Сегодня мы, в сотрудничестве с полицией Чикаго, предлагаем награду в 100 тысяч долларов за информацию о том, где скрывается Эйден Пирс. Помогите сделать Чикаго безопаснее. Спасибо за внимание. Да в задницу вашу безопасность. Блюм хочет завербовать весь город. Пирсу придется нелегко, а если они найдут его, найдут и меня. Буду держать ухо востро и попытаюсь уладить все это. Так, Рэй, я отследил их до особняка. Вот, на карте есть. Огромная, стрёмная махина. Я туда ни за что не сунусь, сразу тебе говорю. Я и не прошу. Ты и так у нас молодец. Я возвращаюсь в башню. Не убейся там, ладно? Ага. И не попадись. Да не парься ты. Рэй, что-то мне это не нравится. Может быть, как-нибудь по-другому? Да успокойся, наконец. До скорого, амиго. Новое обращение DedSec. Послушаем, что у них на уме. Мы DedSec. Убийство одного из нас — это вызов, брошенный всем нам. Мы отомстим. Это последнее предупреждение. Отступите. Или готовьтесь к войне. Как-то крутовато для публичного обращения, DedSec. Обычно они толкают пафосные речи, на которые клюет молодежь. Что-то их напугало. Не стоит загонять этих ребят в угол. Кто знает, на что они способны. Мне стоит быть настороже. Кто за этим стоит, и разберусь с ними до того, как нас найдут. И у нас будет отличный шанс кипнуть. Где-то тут Алекс Яворский. Надо бы его найти. Он владеет ценной информацией.
Эй! Жопа! Да у нас гости! Помощь! У нас раненый! Где-то там он был! Или показалось? Вроде там! На помощь! Ты связался с людьми, которые не шутят, мудак! Похоже, работенка для Юджина. Что это, мать вашу? Так, один из этих страдальцев, возможно, Алекс Яворский. Вроде должно быть тут.
тише. Я вытащу тебя отсюда. Ты психи. Твою мать, они просто нелюди. Ну-ну-ну. Хватит, чел, спокуха. Ты Рэймон Кинни? Они тебя ищут. Если отцеплю аппараты, сможешь встать? Я ног не чувствую. Такс. Оператор, что у вас случилось? Скажите копам, их стукача подстрелили. Пусть приезжают. Сэр, вы же там? Алло. Мне пора, не то повяжут. Так что выкладывай, что знаешь про Блюм. Имена. Хоть что-то. Я следил за бухгалтером Блюм. Его зовут Джек Файнли. До босса не добраться, а Джек... заставишь этих козлов страдать. Подойдет поближе, стреляй в лицо. Все понял? Держись. Сейчас начнется стрельба. С другой стороны прикрытия могу смыться. Это полиция! Выйти из дома, быстро! Если увидим оружие, открываем огонь! Как они нас нашли, блин? Плевать, не подпускай их! Выкуриваем его оттуда! Чикаго вас несколько, но только один работает в Блюм. Супер. Спасибо за чекин в любимом баре, друг. Ты сильно облегчил мне жизнь.
Эй! Машина припаркована сзади. Надо взглянуть. Если повезет, чувак уже успеет накатить. Так будет проще. А! Что? Ты сучонок! Есть! Короче, Райки не у нас. Да, около бара. Он у твоих парней. Башка трещит. Надо догнать этого парня. Что это? Кетамин, что ли? Так, надо взять себя в руки. Блин. Я не хочу быть трусом, но... Я трус, и это мерзко. Да не шо. Все в порядке. Стоп. Ты что, пьян? Проквизатор. А, я понимаю, да. Перезвони, как отпустят. Он на связи. Надо послушать. Кинни у нас. Начинайте собираться. Когда чек получим? Белую нам не провести. Понадобится несколько дней, чтобы мы могли все нормально разрулить. Разруливай, а? А чего дефолт? Психу деньги не нужны. Странный дефолт. Я думал, после прошлого раза он убрался из Чикаго нахер. Блём и крыса спелись. Долбогремучая долбосмесь. С помощью дефолта Блём меня найдет, как бы я ни ныкался. Да, он крутой. Выход у меня один. Запалить сучонка первым и уничтожить.
Фрюер, поищешь для меня кое-что? Ото. Видишь, где я? Поищи вокруг сетки с идиотскими названиями. Смайлики, псевдографика. Ничего не вижу. Стой. Вижу закорючки. Да, похоже на мышиные хвосты. Нашли. Перешли координаты компа. Есть. Так, что у него на компе есть? С головой вроде получше, но кажется, сейчас вывернет. Надеюсь, наш дружок из Блюм поможет. Я думаю, мне повезло. Блин, только бы не блевануть. Так ты... Спокуха. Хорош. Тише. Черт, так я неделю буду его отслеживать. Некогда. Надо его как-нибудь спровоцировать. Пусть ошибется. Надеюсь, он заметит. Эй, дефект! Разговор есть! Так что звякни ко мне! Слушай, а че так херово-то все? Я ожидал чего-то помасштабней. Даже чутка разочарован. И раз уж тебя нет, я тут поковыряюсь немного. WKZ-TV, будет интересно. Ха-ха! Черт, сигнализация, ну конечно. Чертов хит! Thank you.
Таки решил поговорить? Ну, амиго, я занят. Оставь сообщение. Он слушает. Эй, ты, выродок грудастый! Тебе место на свалке истории! А ты заходи как-нибудь и все обсудим. А, за ним старое здание умений. Опа, лыжанулся ты. Натравил на нас хакера, зовет себя дефолтом. Самомнение у него шкалит, но не на пустом месте, для него все это игра. А еще он ходит в маске крысы. Ты истебешься, что ли? Я бы предложил помочь, но лучше ты сам, да? Да, пожалуй. Что происходит? Задолбало. Да стоп меня!